По футболу смотрите? Не болею. По футболу чемпионат мира смотрите? По футболу чемпионат мира смотрите? Да, но спешу. Кто победит? Аргентина. По футболу чемпионат мира смотрите? Нет. Скажите, по футболу чемпионат мира не смотрите? Нет. Телевизора нет? По футболу чемпионат мира смотрите? Нет. Ну, как думаете, кто победит? Слышали хотя бы что-то о командах? Наверное, тот, кто сильнее. Футбол не смотрите? Смотрю. Кто победит? Ну, я так думаю, Россия. Чемпионат мира по футболу не смотрите? Футбол не смотрите, чемпионат нет, мира? Нет, простите. Не болельщик? Нет. По футболу чемпионат мира не смотрите? Не-не-не. Я смотрю. Ну, как думаете, кто победит? Я думаю, победит сборная Франции. Не смотрите? Нет. Чемпионат мира по футболу смотрите? Да. Кто, на ваш взгляд, победит? Я думаю, что все-таки сборная Франции второй раз подряд выиграет. Кто сильнее сейчас команда? Ну, видите, неожиданно и Марокко оказалось довольно-таки сильной командой. Ну, я думаю, все-таки Аргентина-Франция, наверное, финал. А там уже, ну, я думаю, небольшой перевес, так скажем, за французами. Спасибо. А там может всякое быть. Спасибо. Может и Хорватия-Марокко финал. Не болельщик? Нет. Чемпионат мира смотрите? Да. Кто победит, на ваш взгляд? Думаю, Марокко. Какие-то еще есть сильные команды? Вот как вы в турнирной таблице ориентируетесь? Ну, чемпионат мира, как сказать, турнир такой, там аутсайдеры даже могут победить. Поэтому, думаю, либо Хорватия, у них тоже неплохой состав, либо Марокко. Чемпионат мира по футболу смотрите сейчас проходит? Нет, вообще не смотрю.